Православная Церковь ежегодно отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября. В этот день христиане вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало, покров, защитив их от видимых и невидимых врагов. Этот праздник широко отметили в Натырбовском Свято-Покровском храме. Сегодня в храме, в Покровском храме этого замечательного села престольный праздник. Все знают прекрасно историю о том, как в Константинопольском храме очень давно в небе появилась Пресвятая Богородица и держала на руках своих амофор, покрывая им верующую свою паству. Всем вам желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда простирала над вами свой амофор, покрывала вас, защищала от всяких зол, бед, всегда приносила радость в ваши дома. Сегодня здесь была отслужена божественная литургия, по окончании которой был отслужен также водосвятный молебен и проведен крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия. Всех еще раз поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю здоровья, счастья, долгих лет, многое благое лето. Прошло 9 лет, у вас стоит замечательный храм, у вас поет замечательный хор, вас так много, и это настолько радостно, и в сердце, и людям, которые приехали сегодня со мной, потому что они тоже видели когда-то этот приход и бывали здесь. Всех вас поздравляю, желаю вам здоровья, счастья, богатства, удачи, успеха, пусть в семьях у вас будет все хорошо. Пусть дети вас любят и чтят. Пусть покров Божьей Матери всегда остается над вами и над вашим богоспасаемым селом. Спасибо. Христос воскресе! Само название «Покров» связано с первым осенним снегом, укрывающим землю, потому что именно с ним сравнивают сияющее белоснежное покрывало Богородицы. В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы в храме божественную литургию возглавил иеромонах Михаил, настоятель храма Станицы Куржибской, и отец Андрей, настоятель Натырбовского храма. По окончанию литургии было совершено водосвятие, а также крестный ход вокруг храма.
Немало прихожан собралось в этот день в церкви, среди них были и дети. Православные верят, что весь год до следующего покрова Богородица будет оберегать помолившихся ей, накрыв их своим покровом. Завершением праздника стал концерт, организованный работниками местного дома культуры. Родного дома тепло и свет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучший дома на свете нет. Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучший дома на свете нет. Покров Пресвятой Богородицы, самых праведных помыслов день. Богу с верою в сердце помолимся, за себя, за родных, за друзей, чтоб небесная наша заступница всех покрыла небесным теплом, светом правды и с верою в лучшее одобрила добром каждый дом. Благоденствия вам, счастья, радости, жизни светлой, без бед и нужды, под покровом святых и сияющих Богородицы вечной любви. Под покровом Царицы Небес я желаю вам жизни чудес, замечательной, солнечной, ясной, самой светлой, самой прекрасной. Под ее благотворным началом пусть вас счастье повсюду светит. В доме радость, царицы достаток, а в работе успех в порядок. Отзвенели мощи песни соловьиной, гремели грозы, слезы высохли мои. Где же та калина, где же та рябина, где же та девчонка, что мечтала о любви? Где же та калина, где же та рябина, где же та девчонка, что мечтала о любви? Пробежали весны, пролетели зимы, выложив свидание, разлук холодный лёд. Только та калина, только та рябина, на ветру качается и наши встречи ждёт. Только та калина, только та рябина, на ветру качается и наши встречи ждёт. Глядел на меня, а за окном то дождь, то снег, избавь.
как знакомый. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлю привет, окна тихого дома. Да еще старики, что все так.